Всем привет! Мы с вами, как понимаете, на улице Павлова у магазина шубы. Я обещал, что зайду сюда в гости, да и мне писали в комментариях, покажи, расскажи. Я заходил, сейчас у ребят видел, там у них такая прикольная штука, сейчас покажу, с волками. Здравствуйте! Привет, привет! Проходите, пожалуйста, Алексей. Вот, сейчас, а я одну секундочку, я прошу прощения, прерву. Смотрите, какие, это волки? Это идут волки, да. Ковер из волков. Ну, это, наверное, я не знаю, блин, это супер круто. Я волка за хвост подержал хотя бы. Так-то в жизни не доводилось, слава богу, только в зоопарке видел. Здравствуйте, наши дорогие покупатели, будущие. У нас в этом году очень большой ассортимент, очень красивого товара. Есть и пальто из натурального альпака, и дубленки, и на кожаной основе, и на замшевой основе, и шубы. Норка, мутон, астраган, иранский кяр. У нас очень много красивых моделей. Сейчас, одну секунду. Всего самого хорошего мы желаем нашим покупателям. Ждем, чтобы все это прекрасное, что мы принесли, сделали для вас, радовало наших прекрасных что покупателей. Что вот самое, вот пик сезона, что самое-самое новое? Все, у нас все в этом году самое новое. Ну так неинтересно. Я думаю... У нас в этом году, кроме пока что нор, которые они всегда практически плюс-минус в одном и том же стиле, но опять-таки мы сейчас будем делать новые модельки. Вы сами их делаете, что ли? Шьем норки сами, конечно. Нифига себе. У нас есть и заказные, но в основном у нас вот своя фабрика, мы сами отшиваем очень красивые модельки. А, вот видите. Будем ждать вас, будем рады видеть вас. Всех наши дорогие покупатели. О, коньяк уже на месте. Судя по всему, клиенты были. Были. Семилетний. С конфетками закусон, так что имейте в виду. Ну, в общем, я не знаю, девчонки и мальчишки. Скорее всего, наверное, девчонки, вам более интересна эта тема. Смотрите сами. Спрашивайте, что как. Если надо будет, я уж более конкретно покажу вам какую-нибудь модель. Я просто в этом не разбираюсь вообще. Как вы понимаете, особо я тут в дубленках-то не хожу точно. Но есть тут всякий широченный выбор. Так, надо подальше от зеркал. Мне. А то я на них отражаюсь. Всякие-всякие разные. Но я запомнил только одно слово. Мутон. Я не знаю, почему у меня в голове такое засело. Мутон — это барашек, а так у нас и норка, и астраган, иранский кяр, дубленочки, пальто. Все много чего красивого есть. Будем ждать вас, наши дорогие покупатели. Ну, в общем, имейте в виду. Кстати, у вас же Павлова 25? Павлова 25. Вот кто-то меня просил, покажите Павлова 25. Вот, показывай. Павлова 25. Есть все. Все, ребят, спасибо большое. Всего хорошего. Пойду покажу снаружи, где вы тут живете. Там уже клиент даже пришел. Женщина. В общем... Вот здесь Павлова 25, как раз красивенький домик. Заодно покажу, я его и так показывал неоднократно, а теперь вот поближе. И футболочки тут тоже есть. Пивозавр, вкус один. Столичные приключения бывают всякие разные, а вкус один. Всем пока, всем до новых встреч. Магазин шубы. Такая вот маленькая рекламка получилась.